Потім він мене хватає і отак от кладе на свою машину і починає. Давайте спасибо. Вам уже давайте спасибо. Виходить, я все достали в мене. Достали в мене таку папочку, там було два техпаспорта, от трафіка і от Сандьонга. Там була страховка. Потім тут мене достали кошельок, телефон сразу забрали, все забрали повністю. Посадили мене на заднє сидіння і кажуть, що два, я тебе буду тебе затравлювати. Коротше, вони мене там побили, коли машина, бо я не хотів їм задати для тих паспорт на стоянку. Навіть не закриває її, нічого, сторонки на стопорці. І на Севастопольській площі зупиняємося перед першим. Зупиняємося перед першим постом ДАІ. Цей пост ДАІ був на зеленуваті такі деоланок. Вони цей бере мій кошельок з бардачка, отак от бере вам і достає деньги. І каже, надо ребят ваші річ за їхню роботу, яку їм вчора не платять. І бере, достає ці деньги і кладе. Напився три бутилки водки випив і взагалі неадекватно. Я кажу, я не буду платити. Він мене ще раз вбирає, каже, що терпіло, скільки будеш удару приймати? Я кажу, я не буду платити. І тому він мене ще раз вбирає, але я зрозумів, що вже буду сидіти, він мене буде лупити, поки я не знаю. Тим ваше своїм подельникам їх було троє. Один раз. Я кажу, що не розумієте? Мене побили і заставляють. Коротше, він написав цей протокол. І там на вулиці мене пересаджують опять цю машину. Гаїшну. Потім я вже в цій гаїшній машині, я просив цього, щоб він мене захистив якось. Кажу, візьміть мене, заберіть на цій машині, відвезіть кудись в міліцію. Він каже, відмовляєтесь від проходить тест? Я кажу, ні, я не відмовляюсь. На камеру перший раз він мене зняв. Я кажу, я не відмовляюсь, візіть мене, зробите аналіз крові, бо я не пив. Він каже, опустив камеру, ти каже, ти ж сказав, що ти відмовляєшся. Я кажу, спасіть мене, мене побили, мене спеціально це. Кажи, що ти, відмовляєшся. Ну, що мені таке зробити? Я сказав, що я відмовляюся. Алло, добрий день. Добрий ще раз, Міш. Слышишь, ти коли вчора документи забрав? Ти мою візитницю вместе з моїми документами не забрав? Ні, не забрав. Вона там у вас в бардачке була. А от іменно, що її нету? Я не знаю. Тоже тут уже. Що делать будем? Я машину поставив уже на ремонт. Ну, куда? Я как бы согласен это заплатить, но вы же мне телефон вернете? Ну, телефон я тебе верну, но на данном СТО машина ремонтируется уже на базовом СТО, Мазда в Киеве. Если тебе скажу сумму, ты, наверное, фонаришь. Я по квитанции, будешь оплачивать по квитанции, то есть строго за покраску бампера или только то, что под бампером согнуло. Не знаю, вроде вчера ничего там не согнуло. А сколько это будет? Ну, а... Тебе вже на базовому СТО зараз відплатять, а ми тебе буде чек. Це завод, це ті, що Мазду, тебе у Мазду укріплені. А почу... А, ну, було б... А чого ж ви не поїхали сюди на це хороше? Я стояв 8 утра, я з 8 до 9 простояв. Так я вам прозвонив, а ви не брали трубку. А коли мені треба було їхати вже на базу розбиратися, то я поїхав і розбирався. Ну хорошо, а сколько надо денег заплатить? Там насчитали на 350 УЕ, но я сейчас хочу поехать, мне должны скидку сделать. Давай вместе тебе. Ну, давайте... Да, вот так, я сейчас поговорю за эту скидку. Для начала попусти немножко свою, эту, как, скажи, я тебе скажу, девушку, жену,
Потому что я же говорю, то есть тебе Рома уже, наверное, звонил, да? Да. Потому что я позвонил на девушке номер, она мне начала грубить. Ну не надо ей звонить, она на нервах. Она мне начала угрожать, понимаешь? То есть я тебя сейчас объявлю в розыск, как скрывшего от места ДТП, потому что у меня есть запись моего видеорегистратора, который у меня стоит в бампере, который у меня стоит впереди и сзади. То есть как я тебя первый раз останавливал, если там видно, как я тебе показывал покличение, как ты захлопнул дверь и пытался убежать, это все есть. Ну, я... Реально, Миш, я тебе сейчас впаяю ДТП, скрывание от противники правоохранительных органов, и тебя объявлю в розыск. Так, для начала. Ну, давайте... А потом, когда тебя задержат, я тебя закрою на СИЗО, наверное. Потому что после того, что начала говорить мне твоя девушка, мне с тобой разговаривать особо не хочет. Ну, не слушайте ее, пожалуйста. Она... Ну, не звоните. Вот это мой номер, давайте я с вами связываю... Давай по-другому, ты сейчас где? Ну, я тут возле Билы. Возле этого СТО. Я просто думал, вы тут ремонтируете. А с кем это ты приехал? Ну, я тут еще с человеком приехал, который разбирается в машинах. Я думал, может, у него дешевле будет. Ну, я сейчас подойду, поговорим. Угу. То есть будем разговаривать. Будь возле Билы, я сейчас подойду. Давай. На данном этапе... Там получается, ну, ты мастер, да, как я понимаю? Ну, разбираюсь. Вот, лава, смотри, у меня мантуля, получается, в правую сторону бампера, Mazda 6. Там же усилителя нет. Ну, без как. Там сплошное железо идет, там на железо. Получается, он его бампером втолкнул туда, понял? Бампер назад? Бампер выстрелил. Вот именно, там кроме царапины на бампере нихуя нет. В середине вмятин. Я вот сейчас с этим ребятам, спокойно, так сказать, покраска, это, ребята готовы были стать сделать, я ждал его, чтобы они там между собой деньгами решили. Ну, что набрал. То есть я никуда не лез, то есть я ждал именно его. С 8 до 9, то есть у меня вот рабочий телефон остался в кабинете. Я представил, я сказал, что с 8 до 9, если что, наберешь. Я представил с 8 до 9, я потом звонил Роме, товарищу, который сейчас за тебя мазу потянул. А сейчас сказал, если что, чтобы я тебя убивал после слов твоей невесты. Так сказать, то есть тут ребята готовы были сделать за одну сумму, они так поверхностно запросили, я говорю, будете разговаривать с тем, кто мне будет решать, потому что я не вмешиваюсь. Ну, на базовом СТО насчитали 3,5 бумаги. Ну, ты сам знаешь, что это базовое СТО. Фирма есть фирма. Ну, ты за бампер что-то дорого. Ну, там не только компактный, там рихтовка снизу. У меня реально, ну, то есть там же сплошной кузов идет. Вот это там вот, это полностью у меня. Мы можем там быть. Ну, он вчера видел, и Рома эту машину видел. Я ему фотки привезу еще, там мастера сейчас снимут полностью, бампер будет фоткать. Реально, мне уже убеждаться не в чем. То есть я сейчас моему машину подаю в грошу, и мне его доставят в следственный изолятор. Чего? Смотри, он вчера раз выкинул меня на обочину, есть съемка передней камеры, у меня машина служебная. Как он меня вытеснил на обочину, только непонятно, что он меня туда выкинул. Он сразу ушел вправо, потом резко вернул влево. Я его остановил, думал, бухой. А если ты знаешь, в Украине идет антитеррористичная операция, и в великих местах введены операции, это как сброя, это выбухнуть. В эти операции участвуют даже охранные конторы и громадские формирования. Я его остановил, показал посвечение, дал ему прочитать полностью. Попросил предъявить документы на машину, это водительские посвечения. На этом мы имеем полное право. Я? Да. Да, я силовик. Сейчас на данном этапе я военный, и мы имеем на это право в связи с антитеррористичной операцией. Можно подойти к любому гаишнику, я сейчас вызову гаишника, и он тебе расскажет. Слушай, ты адвокат или мастер? Ты сюда по какому вопросу? Я тебе просто объясню. Я пришел человеку помочь. Помогать тут уже не в чем, я тебе объясняю. Вчера мне плачут, потому что на их надо. Тебя как зовут? Артем. Артем, тут вчера был его товарищ, мы воюем вместе. Он в шахтерке, я в Айдаре. Я ему объяснил ситуацию. Это тоже рядом. Он говорит, да, я там резанул, меня остановили. Меня остановили там туда-сюда. Он ему также сказал, придурок, ты что не показал документы, ты что начал текать? Я выкидываю мигалку на крышу. У меня машина на служебных номерах учитывая. Это черные номера. Воинские. Я его зажимаю. И в этот момент он меня лупит в задницу. Если бы мы его не начали вытаскивать с машины, он уже собирался сдавать назад. И уходить опять. Это как называется? По закону. По закону это, во-первых, 350 лет невыполнение законных вымог противников силовых ведомств, это раз. Второе, повреждение службового транспорта, это два. Это пусть скажет спасибо, что я ему вчера
из-за того, что был Рома, я отдал бус. Если бы Рома не пришел, товарищ, с которым мы прошли вместе деловайский котел, поверь бы мне, он бы не увидел этот бус, сейчас бы сидел у меня вот так на ручке. Я тебе объясню, у тебя семья есть? Вот я за это воюю, чтобы мы жили спокойно. И когда я еду спокойно, я не летел. У меня скорость была 70 км на спидометре. Он уходит вправо. Ну хорошо, я понял. Давайте это телефон. О чем дальше решать? Давайте так, документы от доскеты, что есть у вас телефон. На данном этапе документы есть. Подожди. На данном этапе все документы, что были при нем, все, что было у меня в машине, я вчера при Роме ему отдал. У меня остался его телефон. И техпаспорт. Он говорит, какой-то там Саньон. Саньоновская техпаспорта, я гадом здесь буду, при там не было. Его вынес мне человек, его техпаспорт, потому что я ставил бус, так как разбитое боковое окно, его когда хотели доставать уже, когда он назад собирался сдавать после удара, разбили боковое окно, вот человек со мной, тоже служил ему. И мы хотели его доставать, он выпрыгнул с машины, у него забавились документы, там лежал техпаспорт на Рено, права, как я понимаю, там куча бумажек, это страховка, хуевка, при нем был кошелек, ключи. Подожди, зачем уже? И потом, когда сидел Рома, он мне начал говорить о том, что был Саньоновский техпаспорт. Я при нем обшарил всю машину. Я говорю, я доставал лично Реновский техпаспорт, давал на парковке, они списывали данные. Плюс мои данные списывали, мало ли кто приедет забирать машину, правильно? То есть, тем более она со сбитым окном. Представь, тебе ночью перегоняют машину. То есть, все, что у него было, все, что у меня осталось, это его 5-й iPhone. Он говорит, что деньги были. Там, он когда ему кошелек отдал, там деньги лежали. Я туда не прикасался. Он со мной сидел в машине. Его кошелек лежал в бардачке. Он сидел со мной в машине и сидел с Виталиком в машине. Сидел Эдик. Потом, когда мы были в милицейской машине, все стояли возле милицейской машины и оформляли протокол. Потому что права изъяли, но права еще пока в суд не подали. Я тебе объясняю. То есть, решать с ним вопрос по ДТП, ты понимаешь, какая ситуация с ним, да? То есть с ним бы никто не решал. Залекал ее. Я тебе объясняю. Стекло разбилось, деньги не забрал. Во-первых, денег никто не забирал. Подожди, деньги никто не забирал. Не надо оскорблять тех, кто сейчас на данном этапе стоит перед тобой. Я вчера к пацанам залез в кошельки, когда мы выехали, да? У одного лежало 25 гривен, у этого 0. У меня в кошельке лежала пятихарка и кредитная карточка. И чек у меня, я собираю чеки, потому что я их сдаю под отчетность, что эти деньги я снял с банкомата. И ни копейки больше не было. И при Роме я также доставал кошелек, и все, я показал, этих денег никто не брал. То, что он говорит, что у него там 3000 было, я сейчас скажу, что у меня в машине, я не могу сейчас свои доки найти. Я вчера, когда колупали машину, искали его техпаспорт, я тоже пытался найти. Я где-то закинул, у меня две машины, у меня Mazda и Grand Cherokee. Я сейчас не могу не найти ни один техпаспорт. Можно, пожалуйста? Знаете, пожалуйста, насчет скидки. Понимаешь, я сейчас жду, сейчас там должен приехать владелец, он должен поговорить, может быть, мне дадут скидку. Потому что все-таки мы люди военные, нам в основном дают 25% везде. Это очень большой. Я тебе объясняю, ты свое счастье проебал сегодня утром. А когда я позвонил твоей девушке и сказал, что все-таки как с тобой поговорить, и мне начали угрожать, то я тебе объясняю, то есть мне сейчас осталось только позвонить начальнику главного управления розшуку места Киева-то Украины, и тебя через 2 часа на твоей же машине привезут. Ты с вами насмешился? Ты с ним разбирайся. Так, Асянов, подожди, у номера его нет. Так что на лезет угрожает? Подожди, номера его нету. Как ты со смешным сбором разбираться? Я тебе объясняю, я позвоню Роме. Разбирайся с ним. Что подожди, я позвоню Роме, я позвоню Роме, который за него мазу тянул. Позвоню, говорю, Рома, мне никто там не приехал, он говорит, Юр, сейчас я позвоню. Милиция что делает? Так вы из одного этого получается? Он Шахтер, а я Сайдара. Понимаешь, мы два разных батальона, они подчиняются Министерству внутренних дел, мы Минобороны. Но мы вместе были в Иловайском котле. Мы вместе воевали. Там, где нас хотели уничтожить, мы выжили. И вот мы с ним начали разговаривать, да, то все вроде бы нормально. Я ему звоню, говорю, Ром, ты вчера мазу потянул, человеку, при нем же был разговор. С 8 до 9 я стою на СТО. Он говорит, что не приехали, я говорю, не приехали. Я говорю, сейчас я позвоню. Он позвонил, видно, я не знаю, кому там, ему. Говорит, сейчас тебе перезвонят в течение 10 минут. Больше часа прождал. Думаю, если они вместе, знаешь, то я позвоню, спрошу, где Миша. Я позвоню спросить, где Миша, мне начали в тупую угрожать. Да я сейчас позвоню, да я поеду жалобу напишу, да какое вы право имеете. Согласно закону Украины, я имел право его остановить.
Сейчас введена операция, есть установка. Участвуют военные, охранные структуры. Я же говорю, громадский. Тебе скажет это любой сотрудник силового ведомства. Я понимаю, но операция там. Нет, здесь. Операция сброя. В любом городе операция сброя, это выбухивка. Сброя, это выбухивка там. Да. Мы работаем сейчас в Киеве. Да, антитеррористичная выдача Киева на востоке. Здесь введена операция. В связи с той операцией, она касается Киева. Если ты заметил, сейчас усилили все блокпосты. Мы сейчас все работаем в усиленном режиме. На мостах видел по два солдатика, по-любому везде ходят. То есть это все с этим связано. Права сейчас... можно его вернуть? Права я верну только в том случае, если он, я ему еще вчера повторял, если он там приедет, ну вот у нас был разговор, ты приезжаешь, решаешь с машиной, мне делают машину, мы едем с тобой в Соломенский. Ребята пока протокол не подавали. Хочет прятаться, пусть прячется. Понимаешь? Протокол лежал. Я вообще по барабану, я буду дома сидеть, позвоню, его привезу. Так и так. Ну, открытый. Подивиться на машину, разобрать. Подожди, я тебе говорю. Я прождал... Время было назначено на машину, смотреть не было. Я сюда звонил. Нет, подожди. Был четкая договоренность. С 8 до 9. Адрес места. С 8 до 9. Мы вчера вместе приехали на СТО ночью. Мастер живет на СТО. Я ему просто звонил, но человек отключил телефон на беззвучный. Я ему не дозвонился. Я вчера его подозвал, говорю, с 8 до 9 мы здесь. А говорю, на всякий случай он у меня записал номер телефона, но мой телефон остался время в кабинете. Время место было, что не появилось. Понимаешь, то есть час с 8 до 9. Было. И также это знал Рома. Рома тоже должен был подъехать, но он проспал, потому что мы только в полтретьего ночи все разошлись. Я, Шулов, простоял этот час, понимаешь? Знаешь, забрать его прямо отсюда, я тебе объясняю, мой телефон был в кабинете, его телефон лежал отключенным. Как ты думаешь, у меня лежит его телефон, смысл мне держать его включенным и всем объяснять, что Миша его там где-то оставил, правильно? Я его выключил и думаю так, я ему либо его отдам, либо, блядь, я его продам и восстановлю ремонт. Идем на СТО, получаем бумаги и оплачиваем. На данном этапе сейчас жду хозяина, приедет хозяин на СТО. После обеда я где-то часов 4 он должен приехать, я наберу, посмотрю, что мне скажут по скидке, я хочу за скидку договориться. Я так понял, это тоже специально. Да, ну я тебе объясняю, там люди есть, управляющие, мы делаем там наши машины, у нас 9 маск одинаковых, 9. То есть все машины покупались официально, мы не берем то есть там сейчас, как некоторые. И делали мы их в основном там. Я тебе говорю, то есть хочет он дальше податься, я готов попадаться. И поверь мне, ему уже никто не поможет. Понял, вы просто не пошел бабаться? Не, надо вчера, когда вчера пошел разговор, он вроде бы там... Здесь надо, секунду. Сейчас, секунду. Вчера поговорили, был Миша, был Сев, в чем просто причина, я понять не могу. Давайте так и договорились, давайте... Давай так, знаешь, наберешь меня часа в 4. Сегодня? Да, то есть созвонимся, решим и будем решать. С правами с собой решено? Ну, если он не будет чехлить, то я их заберу назад. Я сдам временный талон и заберу назад права. То есть гаишникам, они сегодня выходные, завтра они на смене, у меня есть сутки. Они сдадут потом протокол, потом будет, я его уже не заберу, сам прекрасно понимаешь. Понимаешь, то есть то, что там начинаются какие-то непонятки еще со вчерашнего вечера, там девушка пыталась показать, что она умнее всех. Я не знаю, ну вы сами понимаете. Вчера реально приехал Роман, он попросил, говорит, вопрос будет решать девушка. Ну, девушка так девушка, понимаешь. Когда мы уехали, ну, я... Ну так разговоры, чтобы решать девушку. Ну вчера так было сказано. Роман приехал, и так было сказано. То есть, когда его вчера подозвали, приехали они, я говорю, Ром, его буст стоит на парковке, поехали, я тебе отдам вначале буст, чтобы потом не сказали, что я там его угнал, да? Я поехал на стоянку, я дал вот, ну, ему буст. Он сам вчера начал чудить непонятно что. Этот вопрос еще можно было закрыть вчера тихим, мирным, спокойным путем, понимаешь? Не, ну права по-любому надо вратать. Ну, на данном этапе, это я тебе так скажу, это зависит больше от него, чем от меня. Потому что если я начну так поступать, я сейчас тоже отключу телефон завтра до утра, а утром позвоню, скажу, так что, приехали на СТО, ты мне оплатишь квитанцию, да? А потом приеду в ГАИ и скажу, блядь, мужики вышли на смену, они уже подали протокол. Ну, я же тебе тоже звонил. Это будет с моей стороны как-то по-скотски, правильно? Только я почему-то это поступки эти не делаю, а ко мне получается такое отношение. Мы 4 часа созваниваемся. Я же тебе говорю, я на данном этапе. Тогда идем за правами сразу, ну, если мы решаем. Когда закроется вопрос машины, я позвоню гайцам, чтобы они передали права. Потому что, ну, потому права что у гаишников. Завтра ты скажешь уже все, типа, я поздно. Тебе объясняю. Ну, решаем вопрос зараз.
на сейчас, по крайней мере, я решать не буду, я еще вчера сказал, я денег никаких с него брать не буду, да? То есть телефон оставался реально как страховка. Реально как страховка. Потому что я понимал, что продать этот телефон, и мне хватит на ремонт, понимаешь? То есть как бы там не было, такой айфон сейчас стоит, понимаю, ну, где-то ну, так получается, на денег, на техпаспорта. Ну, техпаспорт у него, подожди. Да другий техпаспорт, да, а это его не было там. Его не было, пусть ищет его дома. Стекло теперь тоже он сам. Ну и извини, убегать дважды от меня никто не просил. Тем более, ты, ну ты водитель? Да. Тебя бы останавливала машина с подростковым маячком, ты что бы сделал? Маячок, когда мы его начали преследовать, у меня работала синяя мигалка. Ну так и с синдромом сначала договори, пусть он тебе расскажет. Понимаешь, он мне рассказал так-то, так-то. Понимаешь, за маячок, есть у меня лично, я сниму с машины видео со служебного, у меня есть видео, когда я за ним догонял. Там на некоторых отражениях на его машине видно даже, как работает мой проблесковый. Вот. Я за ним ехал с мигалкой и останавливал я его первый раз жезлом. И когда ты останавливаешься, он приоткрыл двери, я достал... На ту сторону любая маршрутка. Я достал по свечам, дал прочитать, а потом сказал, права и техпаспорт. Пока что я тебе не могу сказать, потому что где я буду. Я сейчас здесь, потом еду на базу. Там уже будем созваниваться, будем решать. Поэтому я же тебе говорю, я вообще пытаюсь сделать сейчас тебе хотя бы хоть какую-нибудь скидку, чтобы на данном этапе мне за машину не платить такие суммы, понимаешь? То есть мне вчера Рома такими вот чуть ли не слезами говорит, братан, блядь, не берись, ты сейчас денег. Я говорю, мне денег не надо. Мне надо, чтобы сделали машину, мы на этом разойдемся. Я же говорю, сегодня вот с самого утра вот началась такая фигня. Я Роме дозвонился, Рома позвонил туда, и началось какое-то вот непонятное волокита. Я же говорю, то есть они приехали, она думала, что вот приехал Рома, и там вопрос там решится само собой, что мы беспредельщики. Ребята, мы не беспредельщики. Я сидел по борьбе с организованной и коррупцией. Я сейчас просто так же поступлю, я сейчас чувака возьму за шкибары, погружу, блядь, в машину и отвезу в управление. И хай там с ним разбираюсь. Да ты его завлекал, что ему слова не можешь сказать. Не, это ему, она говорит, что ему там морду разбил, да это я еще не разбил, он просто не видел, как я работаю. Это так было, легкая профилактика. Просто зачем убегать, зачем непонятно, ну, что то, творить. Если вы там привыкли так вопросы решать, подожди, люди, нормально. Какие, ну, как мы там привыкли вопросы решать? Там, тоже. Опять, я 9, подожди секунду. Я себе 9 раз остановился, сказал, все, типа. Подожди, то, что он там кричал, я виноват, я с него потребовал права этих паспорт. Предъявивший посвященный, я стоял по гражданке, я не спорюсь, я опер. В прошлом я опер, сейчас я, блин, отстранен от выполнения, так как я в батальоне. Я ему показал посвящение и сказал, ваши права, это техпаспорт. Он закрыл двери, сдал назад и начал от меня давить, чуть ли не меня давить, текать. Ну, ему сказал, что... Я закинул мигалку на крышу и начал его догонять. Когда тебя останавливает машина с мигалкой на службовых номерах, перед этим тебе показать посвящение, какой дебил текать будет? Давайте тогда на связи наберемся. Только, пожалуйста, закрытый вопрос. Ну, я тебе так скажу, я не живодер, по крайней мере, нет никогда. Понимаешь, я не для этого стоял Майдан, не для этого я, блядь, отъездил после Майдана в самообороне района, после этого я ездил на всех волнах, это когда я курю там и уничтожать. Если бы вчера не было вот этой непонятки, поверил, он бы даже помог. Мы все люди, на данном этапе то, что я ему могу сказать, ну... Пусть по-божески, то есть, понятно, он боялся ехать ко мне, он понимал, что вчера он у меня увидел немного в ярости, я не спорю. Все мы люди, позвонит мне в 4 часа, договоримся, этот вопрос мы как-то с ним закроем. То, что за него там по 200 человек приезжает решать вопросы, поверь, это ему не поможет. Там он просто закрыт вопросы. Не, ну я тебя... вернуть то, что там делал. Ну я же говорю, то есть, у нас какие-то паспорта его не было, но я сегодня заезжал и на стоянку, где мы доставали его. Может, под сиденьем здесь там. Мы обшарили вчера всю машину. Реально всю. И он с фонариком лазил. Ты сам наши тыки его возобновить заразил? Ну, машина на какой регистрации? Ну, это не такая уж большая проблема восстановить. Машина на ком? На маме. Киево-Святошинский, это подожди, это как это вот, то, что мы с БМВ взяли, он же Киево-Святошинский. Ладно, я попытаюсь помочь тебе что-то с техпаспортом, пока не обещаю. У меня там есть, был один человечек, по крайней мере, полгода назад, до того, пока я в АТО уезжал. Где-то номер есть, я позвоню, если все нормально, то мы прикроем немножко.
Ты одета, наберешь меня, подъезжай, не будь с тобой поговорить.